Следующая остановка – улица Неймышева. Городские автобусы на карте онлайн. И расписание всегда под рукой. Скачивайте бесплатное мобильное приложение «Транспорт 72» по QR-коду в салоне автобуса. Тобольский транспорт. Вместе к лучшему. Остановка улица Неймышева. Следующая остановка – больничный комплекс. Уважаемые жители города Тобольска, берегите свой дом от пожара. Не оставляйте без присмотра газовые и электронагревательные приборы. Не допускайте подключения к сети большого количества бытовой техники. В случае возникновения возгорания позвоните по телефону 112. Остановка «Больничный комплекс». Следующая остановка – спорттовары. Остановка «Спорттовары». Следующая остановка – микрорайон Южный. Конечная. Шансон для детей старше 12 лет. Реклама. Срочно требуются водители категории Е. Вахта Янао Тазовский. Заработная плата 130 тысяч рублей. Телефон 8-967-385-58-88. В это непростое время, когда цены меняются каждый день, трудно говорить, что мы объявляем распродажу.